В нашем докладе, который мы представили на конференции Beauty Tech компании Dow Microbial Control, мы хотели бы привлечь внимание к дезинфекции производства и постараться рассказать, какие процедуры должны быть установлены на производстве, каким образом контролировать сырье, каким образом обеспечить микробиологический контроль и гигиену на производстве. Мы считаем, что это важно для обеспечения чистоты конечного продукта, для снижения микробиологической нагрузки на консерванты тарные, которые используются в средствах бытовой химии и косметики. Для этого у нас существует продукт на основе дибромнитрилопропионамида Биобан ДБ-20, который обеспечивает, это не окисляющий биоцид, который обеспечивает чистоту и дезинфекцию. Вы можете использовать его в довольно низких дозировках. И поподробнее вы сможете узнать из нашего доклада.